Производители готовятся запустить новую линейку своей продукции. Добавлять все это будут в мясо. Игорь Агеев – профессиональный обвальщик. Решение руководства мясного дела расширить ассортимент его нисколько не смущает. Он один способен за смену разделать 2 тонны свиных окороков. В каждой части окорока или лопатки у нее свое строение костей идет. Нужно знать, где правильно повернуть нож, под каким углом. Прежде чем у колбасок, кролик и других мясных изделий появился новый вкус, производители собрали специальную комиссию, которая изучила совместимость дикоросов с мясом и оценила вкус при сочетании продуктов. Местный потребитель довольно избирателен. Не прошел продукт с папоротником, нет сочетания, не доработан до конца продукт с можжевельником, не все грибы, опять же, подходят под вкусовые органолептические характеристики. Белый гриб имеет максимально стабильную структуру и получил допуск. А вот подосиновик, к примеру, тает в фарше. Все новшества будут выпускать под брендом «Кусун». Раньше планировалось под этим нанайским названием выпускать только чай. А теперь решено объединить все продукты, которые имеют дальневосточный колорит. Мы уже начали проработку. Приморский край первый откликнулся. И Сахалин. Вероятнее всего, что приморчане уже готовы выпускать воду под названием «Кусун». Мы сейчас проводим тесты и начинаются переговоры. Главное требование к товарам бренда «Кусун» – они должны быть все из натуральных продуктов. Качество – класса премиум. Ведутся переговоры о поставке в Китай и западные регионы страны. А пока их уже готовы принять местные магазины. Первая партия на прилавке поступила на этой неделе. Антон Примачев, Евгений Власов. Хабаровск. События.